Болиды весом 20 тонн захватили гоночную трассу в Сочи. Образ пилота «Формулы» примерили водители рейсовых автобусов. Таким очень необычным способом они решили отметить профессиональный праздник – День работников автомобильного транспорта. Екатерина Проханяк продолжит. Крутые виражи, высокие скорости и визг тормозов. Для Сочи автодрома картина вроде бы привычная. Вот только болиды на этот раз 20-тонные. А пилоты, не отрываясь от состязаний, вполне могут объявить остановку, продать билет и отсчитать сдачу. Впервые в истории на главной трассе королевских гонок соревновались не мощные спорткары, а рейсовые автобусы. Такое необычное ралли устроило Министерство транспорта и дорожного хозяйства края в честь профессионального праздника. На Сочи автодроме собрались 60 лучших водителей из 17 муниципалитетов Кубани. За считанные часы им пришлось освоить новые машины. Есть автобусы, у которых коробка передач автомат, есть коробка передач, которая механика. Соответственно, для того, чтобы всем предоставить равные возможности, да, в этом отношении, во-первых, будет две категории. Категории малый класс, это автобусы класса там, Hyundai, Газель. И второй автобусы среднего класса, это те, которые работают там, на базах 206-х, на ПАЗах. На первый взгляд громоздкие автобусы с филигранной точностью объезжали преграды. За каждый повальный конус жюри начисляло штрафной балл. Еще одно испытание – плавная парковка в условном гараже и на остановке. По словам участников, выступить хорошо в Сочи помогает сама дорога. Шикарная трасса. Если все такие дороги были у нас в крае, вообще было прекрасно. Азарт, конкуренция, конечно. Ну, в принципе, мы друг друга знаем все и знаем, кто что нас построит. Оценивали судьи и то, насколько удобно в автобусе было бы пассажирам. Уровень комфортности определяли с помощью вот такого бака с водой. Чем больше пролилось, тем ниже баллы. Ничего сложного. Просто, как сказать, это дано или не дано. У меня отец работал на автобусе, оттуда пошло все. Это, как сказать, семейная у нас традиция уже на автобусах работать. Мастерство водителя зависит от безопасности, качества услуг. Поэтому здесь все это в комплексе рассматривается, чтобы наши люди, те, кто пользуется общественным транспортом, понимали и осознавали то, что их поездки будут безопасными. Лидерами автобусной схватки стали водители из Сочи и Новороссийска. Победу отмечали по-королевски. Не хуже пилотов «Формулы-1». Победителям достались премии, ценные призы и переходящий кубок. Его вновь разыграют уже в следующем году. А пока лучшие кубанские водители готовятся представить наш регион на подобном конкурсе в Москве. Екатерина Проханяк, Кубань-24.